В гипермаркете «Лента» на Великой сегодня развернулась передвижная медлаборатория. Покупателям предлагали пройти незамысловатое исследование и узнать уровень сахара в крови. Один из важнейших показателей. Проверка уровня сахара в крови новгородцев прямо в гипермаркете – это часть проекта «12 месяцев здоровья». Ноябрь посвящен борьбе с диабетом. По статистике, каждый 20-й россиянин страдает этой болезнью. Ей чаще подвержены люди старше 40 лет, которые имеют лишний вес. К тому же диабет – наследственное заболевание. Вообще каждый житель должен обязательно следить за своим здоровьем. У нас есть прекрасные методы и способы для этого. Первое, это, конечно, бесплатная диспансеризация, которую можно проходить раз в 3 года. Потом можно обращаться в центр медицинской профилактики, где ежегодно каждый новгородец и житель области может пройти экспресс-обследование. В ноябре центр медицинской профилактики выходит в люди практически каждую неделю. Площадками для передвижных лабораторий становятся торговые комплексы и учебные учреждения. Узнать уровень сахара в крови помогают медики-волонтеры. Они консультируют новгородцев, рассказывают о факторах риска и причинах возникновения диабета. За один такой вечер свое здоровье решаются проверить примерно 40-50 человек. И не всегда показатели соответствуют норме. Ну, в первую очередь я посоветую обратиться все-таки к терапевту, к врачу. Узнаю о, может быть, приеме пищи, о последнем, может быть, каких-то сопутствующих заболеваниях. Ну, попытаюсь выяснить причину или факторы, которые могли спровоцировать отличный от нормы показатель. Диабет – это хроническая болезнь, которая характеризуется целым рядом симптомов. Повышенная жажда, головные боли, быстрая утомляемость. Количество диабетиков растет – это резонный аргумент в пользу участия в таких акциях.